Хочу факт-чек одного поста в Фейсбуке. 7 января появилась публикация о том, что вот бородатые в начале 2021 года в административном здании КТЖ на Кунаева избили металлическими прутьями Сауата Мынбаева и сломали ему позвоночник. Это провокация, специально запущенная, чтобы показать, демонизировать Хайрата Сатыбалды и демонизировать каких-то генералов КНБ. Что было на самом деле? Что, мы же знаем, что Сауат Мынбаев сейчас парализован, он в коляске передвигается. Он принимал ванну, выходил с ванной, нога поехала, и он головой ударился об край ванны. И был поврежден позвоночник.